Вот такой вот стол у нас. Супер. Супер. Дядь Коль. Так, минуточку внимания. Тихо. Тише. Ну это отцу посвящается, да? Ну и мы собственно. Вот, папа, и как бы часто я слышал от тебя, сынок, как надо делать, как не надо делать, да? И когда мы маленькие, я тебе кое-что обещал. Вот, открой этот подарок. Барабанная дробь. Давай, 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 давай. Руки не будет. Да как его? Давай, руками. Вот. Самая нужная вещь в хозяйстве. А мы знаем. Ну что там внутри, смотри. Для пенсионера будет. Да рви, рви. Дядь Коль, рви. Ого. Дальше. Еще дальше. Еще дальше, дядь Коль. Будешь подарок. Ну вот. Не живое хоть мне. Да хомяка, хомяк там. Открывай, открывай, не бойся. Хомяк там в школе? Да, Колян, сейчас увидишь. Мы его назвали хомячок. Что там, опять? Ну, можно перекурить? Давай, давай. Блинский. Папуля, ты помнишь, я тебе детство обещал, нет? Ну вспомни. Ну хотя бы предположи. Ты учиться хорошо Бать. Обещал. Ну что обещал тебе в детстве? А папа тоже. Да. Папа. Давай, ковыряй, ковыряй. Что я тебе обещал в детстве? Хорошо учиться. Бать, что я тебе обещал? Ключи от нашего сына. Где он? Бать, я тебе обещал. Охуенно. Вот она, красавица! Дядь Коля! Это тебе! Папулька, это тебе! Дядя, дядь Коля, это тебе! Садись, дядь Коля! Красавица! Дядь Коля!